Солнце в Оксфорде. Наконец. Вот так вот центр города выглядит солнечный день. Это Броуд-стрит. Это ворота в Тринити колледж. Очень красивый, потом туда зайдем. Группа туристов. Вот это красавец Бэллиал колледж. Типичная англичанка. И велосипеды, везде велосипеды. Ушли в тенек. Вот такой вот он Оксфорд. Велосипеды здесь основной вид транспорта, потому что проехать почти нигде нельзя. И поэтому люди просто передвигаются на велосипедах, даже в костюмах или платьях. Туристические магазины с открыточками. Туристов будет теперь с каждым днем все больше и больше. Весна наступает. Здесь вот ребята зазывают бесплатные туры по городу. Основная идея в том, что ты слушаешь тур, и если тебе понравилось, тебе в конце предлагают заплатить фунт или два. Ну, люди по желанию платят. А вот английский кэб. И двухэтажные автобусы.